Вот уже несколько лет подряд автопробег «Неделя за жизнь» своей отправной точкой выбирает родильный дом. Именно здесь должна начинаться человеческая жизнь, и никто не вправе ее обрывать, убеждены участники акции. А их здесь десятки. Неравнодушные анапчане выступают за полный запрет абортов в России. Организаторы, активисты Всероссийского общественного движения «За жизнь», приход храма преподобного Серафима Саровского и профилактический центр «Анапа-мама». Много есть мнений по поводу, нужно или не нужно запрещать аборты, но это все разговоры. Каждый знает, что это зло, что это преступление. Преступление против Бога, против России, против детей, которых мы убиваем, и против самих себя. Светлана Власова – многодетная мама. В автопробеге принимает участие уже несколько лет подряд. Считает, что именно в детях наше будущее, и оно должно быть светлым. Ежегодно происходит убийство детей от абортов от 3 до 8 миллионов детей. В этом году смертность превысила рождаемость. И мы не знаем, сколько мы потеряли ученых, великих людей, учителей, священников, да и просто замечательных людей, сколько мы потеряли от абортов. Автопробег проследовал по центральным улицам города и Пионерскому проспекту. На федеральной трассе участники акции остановились у билборда, который призывает не совершать детоубийство. Отец Александр отслужил молебен. За 3 года более 3000 добровольцев в 85 регионах нашей страны собрали 1 200 000 подписей за законодательный запрет абортов и усиление мер поддержки семьи и материнства. 21 ноября 100 ящиков с этими подписями были переданы в администрацию президента Российской Федерации. Сейчас эта информация обрабатывается, и участники акции надеются, что на самом высоком уровне будут приняты меры по решению этой проблемы. Руслан Душевский, Анапа регион.